Комиссия по чрезвычайным ситуациям Новороссийска призвана обеспечивать постоянную готовность сил и средств для скоординированных действий при возникновении и ликвидации последствий любой чрезвычайной ситуации. Сегодня, согласно основного плана гражданской обороны города, проводится тактика специального учения по теме ликвидация аварии на гидротехническом сооружении Владимирское водохранилище. Отрабатываются вопросы оповещения населения, эвакуации из района потенциального подтопления, вопросы восстановления дамбы, аварийно-спасательные и другие неотложные работы. Главная задача участников выездного заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям – собрать и обработать информацию, скоординировать действия всех подразделений в соответствии с легендой учений. На дамбе Владимирского водохранилища сложилась критическая обстановка. Чаша водохранилища наполнена, существует угроза образования прорана. Плотина средненапорная. Отметка гребня 94 метра. Максимальный напор 12,5 метра. Исходя из тактико-технической характеристики объекта и возможного сценария поворота событий, были намечены необходимые инженерные мероприятия на Владимирском водохранилище. Также была утверждена схема оповещения и эвакуации населения. Через единую дежурно-диспетчерскую службу путем включения электросирен в населенных пунктах Владимировка, Гайдук, Сандалина, а также в Приморском внутригородском районе. Также будет проведено оповещение населения с задействованием автомобилей, оборудованных сигнально-громкоговорящими устройствами от управления внутренних дел и пожарного гарнизона по заранее установленным маршрутам. Часть Борисовки, часть Сандалина. Эвакуация с данной территории будет проводиться посредством перевоза населения в эвакуационный пункт, находящийся на улице Герцена, гимназия номер 4. По легенде учений, причиной возникновения чрезвычайной ситуации стало засорение водоносных сбросов Владимирского водохранилища, вследствие чего его чаша переполнилась и произошел перелив воды через дамбу. Для устранения причины затопления была привлечена техника как муниципальная, так и МЧС. Сейчас водолазы будут очищать водосбросы от поваленных деревьев, а вся инженерная техника уже будет в готовности к восстановлению. Параллельно в районе потенциального подтопления, это вот ближайшие населенные пункты, будут отработаны вопросы оповещения и эвакуации. Оперативно, в соответствии с планом проведения учений, его задачи были выполнены. Практические действия по устранению причины и последствий возникновения чрезвычайной ситуации отработаны. Я четвертый. Проран ликвидирован. Ирина Ищенко, Андрей Супрунов, Новая Россия.